Растопка котла Зубр-Мини. Для растопки шахтного котла Зубр-Мини мы используем немного мелкой древесины. Изначально мы заполняем всего 1/3 колосника небольшим количеством древесины или щепок. В пространство между щепой помещаем бумагу, после разжигаем спичками под колосниками. До этапа полного разгорания котла дверь зольного ящика лучше держать открытой. Растопку нужно проводить ближе к газовому окну, а не к дверце. Когда подготовительная закладка разгорится, приступаем к наполнению топки большими поленьями. В топку котла загружаем поленья длиною 30-40 см. По размеру они меньше, чем загрузочная топка в ширину. Закладываем дрова горизонтально вдоль колосников. Для более длительной работы котла на одной загрузке дрова лучше загружать вертикально. Так в топочную камеру можно загрузить дрова длиной 50-55 см. Но в таком случае возникает риск зависания дров. Что касается по выбору дров, то вы подбираете из более доступных в вашем регионе. Сейчас хозяин использует акацию, сосну. Разгорается котел Зубр-Мини в течение 3-5 минут. Увеличить продолжительность сгорания топлива можно с помощью выбора оптимального положения механического терморегулятора или автоматики.